Всем привет, с вами я Конор-61, сегодняшний, и это еще один выпуск яконских новостей. В общем, в этот же день, до воскресенья, в общем, был не втерпёшь, конечно же, но в общем, я решил поделиться еще одними событиями, присущими за вторую половину воскресенья, за вторую половину этого дня. Так вот, сегодняшнее обновление, то у нас появился заповедник, котельная и памятник сиреноголовому. Ну, давайте начнем с котельной. Вот такая вот котельная. У нас тут трубы, вон. Тут у нас, типа, дым идет. Я заранее, ребята, извиняюсь, но я не особо, я не очень шарю в котельных, поэтому буду со своими словами, так сказать, рассказывать, что да как. Так. Давайте зайдем. Вот так вот котельно выглядит внутри, трубы разные там. Здесь подается вода, то есть подает тепло, точнее. В общем, вырабатывается тепло там. И эта контора находится, эта котельная находится вдалеке от электростанции на улице 50 по ЛКСМ. Ну, такое вот бывает, но я считаю, точно такую же поставлю в районе электростанции. И да, ребят, насчет очередных маленьких ремонтов, насчет в торговом центре «Город будущего» и в гимназии номер 2, в общем, я все это отремонтировал, к счастью. Все починил, все работает как надо. Были маленькие сломанные детали, типа крыша, крыша в телецентре и другие, так сказать, мелочи, которые легко чинятся. Второе обновление, это у нас вот такой вот заповедник. То есть я посадил просто лес, природный заповедник, охраняющийся государством. Также продлена река Святой Савелий. Вот, кстати, вот мост, вот он. Вот такой вот мост, река протекает через мимо моста, через мост там. Протекает дальше и вот так вот. Зигзагом вот так вот поворачивает. Дайте мне спуститься. О, всё. Ой, в дерево врезался. Так, дальше река течет. Вот немножко вот поворот. И дальше уже вливается в озеро. Здесь же находится островок такой вот. Я сам это сделал вот такой вот. Скрафтил такой вот островок с большим деревом в центре островка такого. Островок маленький, честно не знаю сколько там, хотя здесь мигом там, так, 13 на 13 блоков, то есть, что? Вот остров состоит из нескольких слоев, одного слоя дерна, нескольких слоев земли и нескольких слоев камней. Так вот. Так вот простой островок, который легко соорудить. Ну и дальше у нас уже проливы вот такие вот. То есть, ну типа как окончание реки Святой Савелии. И, ребят, возможно, я на этот район я перенесу аэропорт, можно сказать, немного освежу аэропорт. Будет немного детализированным. И сделай дополнительный микрорайон там еще. И, ребят, на закуску, то есть на десерт вам, друзья. Памятник сиреноголовому. Да, вот такой сиреноголовый у нас стоит в заповеднике. Вот. Изначально заповедник хотел назвать Великодубье благодаря островку с большим дубом. Ну, после того, как я построил памятник сиреноголовому, я переименовал заповедник в гостях у сиреноголового, да. Ну, просто обычный милый сиреноголовый, то есть такой стандартный, можно сказать, все по канону я сделал. Сирены на голове, все такое, весь черный, все как надо, короче говоря. И покажу, как он выглядит в ночные часы, давайте. Я видео снимаю. Так. А,
точно. Time night. Так, врубили ночь, вот уже. Так, фонари зажглись вон. И мы видим, что сиреноголовый стоит. Так образовалась такая вот картина, типа сиреноголовый бродит в ночном лесу. Я даже успел заскринить еще до того, как начал снимать. И вот, друзья, можно завершать этот выпуск. В общем, вот такие вот получились обновления. И да, ребят, забыл кое-что с вами сказать. И да, ребят, в общем, еще одно обновление, которое забыл упомянуть еще в начале видео. В общем, это новые пятиэтажки на Городецком проспекте. Также со мной снимается мой друг Барт89, кстати, вот он. Кстати, вот он. И вот у нас такие вот пятиэтажки, у нас такого типа. Ну, я сделал почти такие же, как, ну, типа, пародия на те же, что у меня в Челябинске стоят, на окраине города. У нас в трех комбинациях у нас такая вот стандартная. Далее у нас такой вот вариант и вот такой вот. Расскажу, из чего построены. Так, самый первый вариант у нас из белого бетона и красной керамики. Второй вариант из белой и оранжевой керамики. Ну а третий вариант уже из построен из... Так, давайте посмотрим. Призмариновых кирпичей и лаймовой керамики. Ну, планировки почти одинаковые, но даже изюминка, вот. Ну, подъезды такие вот, подъем в подъезд. Давайте зайдем в один из них, в одном из домов. Я выберу вот этот вариант. Пятый подъезд, точнее. Блин, завис он. Потому что комп... блин! Пятерочку нажал. Так. Да, вот, все, мы залезли. В общем, планировка подъезда и жилых квартир у нас почти такая же, как и в хрущевках Якутске, только вот окна вот такого вот варианта. И в той же все квартиры у нас тут стандартный туалет, ванна, кухня. Ой, извините, кухня и спальня. Ну и просто комната. Кому как. Так, вот все это дело. Квартиры одинаковые, дома почти такие же, только вот там оформление другое, поэтому смотреть на них не будем. Вот теперь точно можно завершить этот выпуск. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем идеи, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новых выпусков. Ну и видео по. Ну и, конечно же, новых видео по другим тематикам. На этом у меня все. С вами был Якунов-1, я являюсь основателем и владельцем города. Всем удачи и всем пока!